На сегодняшний день расторгнут контракт по котлу. Почему? Потому что также были подана заявка, контракт по заявке вышла фирма именно алтайская. Алтайская фирма выезжала, ездили мы смотреть на горнский котел. Посмотрели, они сказали, что сейчас в зимних условиях они выполнять не могут. Вот то, что вы сейчас нам рассказали сказку, потому что у вас есть решение УФАСа, правильно? Да, решение УФАСа. Так чего у нас тогда возбуждение? Давайте рассказать, что нельзя делать. То есть у вас есть конкретное решение УФАСа. Решение УФАСа говорит о чем? О том, что заявка была не, ой, не заявка, а техническое задание не соответствовало законодательству, правильно? Но там вот, у нас есть проект. Проект прошел госэкспертизу. Нет, вы понимаете, да я понял, что... то понятно. Есть получается у нас было неправильно ставлено техническое задание, было неправильно проведена закупка. То есть действия сотрудников, не знаю, ваших, либо центров закупок, да, привели к тому, что жители поселка Горный остались без резервного котла, мы не освоили краевые деньги, и, собственно говоря, ставим под угрозу отопительный сезон в поселке Горный. То есть это как раз таки из-за действий должностных лиц администрации, ну, либо ваших. Поэтому я хочу, чтобы записали в протокол, разобраться, все-таки, чтобы администрация разобралась и наказала виновных, вплоть до увольнения, кто составил эту документацию. Потому что сказки и шуточки закончились, конкретные действия конкретных людей ведут к таким последствиям.